Друзі, вітаю в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Гаряча лінія». Сьогодні будемо говорити на важливу для кожної жінки, для кожної матері тему – це грудне вигодовування. Сьогодні в нас в гостях Ірина Крижановська, лікар, акушер-гінеколог. Добрий день. Вітаю вас, Ірина Анатольевна. Тема не може не волновать женщина, которая уже стала матерью, которая прошла через грудное вскармливание, даже если не вскармливание, все равно с этим сталкивались. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Значение грудного кормления грудью для матери и для ребенка? Уважаемые зрители, уважаемая Яночка, тема грудного вскармливания очень важна. С 1 по 7 августа в 170 странах проходила неделя поддержки грудного вскармливания. И это понятно, эта проблема очень важная, потому что ведь грудное молоко является самой лучшей пищей для новорожденного ребенка, потому что она теплая, да, она стерильная, она природная, она легко переносится ребенком. Поэтому, конечно, это грудное молоко. А грудное молоко, оно содержит ферменты, оно содержит гормоны, биологически активные вещества, которые защищают ребенка от инфекционных заболеваний, от аллергических заболеваний, от аллергии и способствуют формированию, во-первых, собственно, иммунитета ребенка. И было уже доказано учеными о том, что все-таки детки, которые находятся на грудном вскармливании, у них, когда они вырастают, интеллект выше, IQ выше, это уже действительно доказано. Для женщины благоприятно влияет, во-первых, грудное вскармливание, то, что она эмоциональный контакт с ребенком устанавливает, во-первых, это для ребенка важно. Уже тоже было доказано, что эти детки, которые находятся на грудном вскармливании, и чем дольше мама кормит, тем лучше, а по возрастным данным, это до грудного вскармливания до 2 лет рекомендует. Поэтому эти дети лучше адаптируются в обществе. А для женщины грудное вскармливание это важно для ее здоровья. Во-первых, легче протекает послеродовый период, матка лучше сокращается, восстанавливается женщина. У женщины таких депрессий нет. А во-вторых, это идет профилактика и рака молочных желез, профилактика мастопатии, профилактика опухолей матки, профилактика опухолей яичников. Это, во-первых, идет профилактика нежелательной беременности, потому что мы знаем, что существует метод профилактики. Это метод лактационной аменореи. Женщина, которая кормит грудью в первые 6 месяцев, она не забеременеет. Поэтому это очень важно. Еще, кроме того, я хочу добавить, просто как мама и как женщина, которая имеет много подруг, которые вскармливали грудью, которые искусственные, вот то, что очень удобно. Вот что не говорите, это, конечно, очень удобно. Вот женщина рассказывает, когда вот слышала, когда кормишь грудью, встаешь ночью, чтобы ребенок плачет, нужно покормить, когда он совсем маленький. Просто прикладываешь к груди, мама спит. Ребенок поел, тоже спит, то есть она больше отдыхает. Когда искусственное вскармливание, это нужно вставать, подогревать, кипятить воду, совершенно ждать, верно, чтобы она остыла. Да. Потом делать эту смесь, а ребенок же за ночь может кушать 2-3, ну да, если прожорливый. Это очень неудобно и для женщины, и для ребенка. И, во-первых, дети, они хуже переносят, у них проблемы потом у тех деток, даешь, которые... Даешь пробиотики нужно, конечно, давать, потому что все... идут и запоры у таких деток, и это стимулирует, во-первых, штучное вскармливание, возникновение в будущем у таких деток аллергических реакций, потом возникновение бронхиальной астмы, ожирения. Это такие детки, угрожаемые по сахарному диабету. То есть здесь есть, конечно, свои большие минусы. Конечно, бывают такие случаи, когда, да, женщине грудное вскармливание, ну, невозможно. Это категория женщин, которые ВИЧ-инфицированные, там, к сожалению, грудное вскармливание противопоказано. Тогда, конечно, это идет искусственное вскармливание. А в всех остальных случаях, да, все страны за грудное вскармливание, наша Украина тоже, поэтому это очень важно. А бывает, может ли такое, вот в интернете часто встречаешь какую-то информацию, что мама не может кормить, потому что у них там разные конфликты какие-то? Вот. Нет, по конфликтам нет, это миф. То есть вполне... По групповой вы имеете в виду? Да. Нет, это миф. То есть только болезни могут стать, да, препятствием, да, к этому, да, вскармливанию? Да. Или пороки сердца, которые, это тяжелые пороки, когда запрещают доктора женщинам кормить ребенка, да, потому что это может ухудшить состояние женщины, или это ВИЧ-инфекция.
Ну, еще тебе второй такой аспект, в то, что из опыта это очень приятно. Когда берешь ребенка, ты когда женщина чувствует себя матерью, я не знаю даже, что может быть вообще лучше и светлее. И как-то вот понимаешь, что все проблемы, в принципе, не проблемы, когда возле тебя этот маленький комочек счастья да, лежит. Да, это ребенок, это женщина рождена для чего? Для того, чтобы родить ребенка, да, стать мамой, воспитать ее. Это самое главное предназначение женщины. Не зря ведь живописцы, когда изображают красивую женщину с кормящим ребенком, это как идеал женщины. Да, знаменитой Мадонны, да, да, все восхищаются, да. Вот, дорогие женщины, какие мы с вами замечательные. Скажите, пожалуйста, нужно ли готовиться к грудному вскармливанию? Вот идет период подготовки к рождению ребенка, все мамы покупают одежку ему, кроватку, место, а вот что делать со своей грудью? Значит, к грудному вскармливанию, да, нужно готовиться, но это очень просто. Начиная, первое, это прийти в женскую консультацию, встать на учет по беременности. Желательно это сделать до 12 недель для того, чтобы обследоваться, выявить инфекции, если есть у женщины, пролечить их, чтобы доктор посмотреть молочные железы. Если у женщины были операции на молочные железы, да, такие женщины направляются на консультацию мамологу для того, чтобы получить рекомендации, чтобы не было потом в период кормления грудью проблем у таких женщин. Специально готовить грудь, допустим, там смазывать их спиртом, этого категорически запрещено. Это не нужно. Грудь должна быть, женщина должна находиться в бюстгальтере с простой ткани, вот, делать упражнения, да, и эмоциональный настрой женщины должен быть о том, что она сможет кормить грудью, да, должна быть поддержка со стороны медработников, медперсонала, со стороны родственников, и женщина должна быть уверена в том, что она сможет кормить ребенка. Бывают такие мифы о том, что многие женщины думают о том, что если бывает форма соска плоская, и многие женщины такие думаю, что я не смогу кормить грудью. Это неправда. Потому что если прилаживать правильно ребенка к груди, проблем у женщин никаких не будет, и она сможет кормить ребенка грудью. Потому что во время кормления, если это правильное прикладывание груди, ребенок захватывает не только сосок, да, и ареолу. А вот. И при этом плоский сосок здесь не помеха. Ведь ребенок надавит на ареолу, сосет и выделяется молоко, и проблем у таких женщин нет. А если женщина ощущает дискомфорт, комфорт, ей больно, или там ссадина на соске во время, да, когда ребенок насасывает, это говорит о том, что просто неправильно прикладывает женщина к груди. Ирина Анатольевна, ну, многие мамочки при рождении, вот первые сутки, когда прикладывают, сталкиваются с тем, что ощущают сильный дискомфорт. Очень больно, набухание молочных желез, то есть это довольно неприятно. Может даже кто-то сказать... Да ладно, не буду я это делать. Значит, как помочь? Какие советы? Значит, профилактика лактостаза, да, то, о чем мы говорили, Яночка, это называется лактостаз, который возникает в первые сутки обычно, да, когда прибывает молоко, мамы еще сразу не сориентируются, и те, которые не посещали школу беременных, обычно это возникает у тех мам, которые не ходили на школу беременных, потому что при каждой женской консультации существует школа беременных, где рассказывают, учат правилам прикладывания правильно ребеночка к груди, вот, для чего рассказывает грудное вскармливание, как справиться с проблемами, которые возникают во время этого. У таких женщин это возникает. Ведь сейчас во всех родильных домах, да, практикуют, все роддома получили звание лекарня доброзычного до дитины. Что это такое? Это когда ребеночек с самого рождения, если все благополучно у мамы, у ребенка, они не рассоединяются. Они с самого рождения вместе. И поэтому через 30 минут после рождения вот это маленькое чудо прикладывается к груди. Орущее чудо, которое нужно постоянно менять памперсы. И чем чаще по требованию ребенка, не по часам, как когда-то было раньше, да, мы знаем, что 20 лет назад детей кормили по часам. Сейчас конечно, это категорически запрещено. И даже вот у меня был ребенок, мне мама говорила четко: Яна, ты его балуешь, он должен четко есть через каждые 3, потом 4 часа. Нет,
сейчас во всем мире, да, и у нас тоже на Украине, детки прикладываются по требованию. То есть проснулся ребеночек, да, просит грудь, пожалуйста, прикладывайте его к груди. И первые 6 месяцев никакой водички пить не надо, ничего больше не давать ребенку, только грудное молоко. Ребенок за сутки может прикладываться к груди по требованию по 10-12 раз. И чем чаще он будет прикладываться к груди, тем у женщины будет меньше проблем, потому что он будет высасывать молоко. Во-первых, где-то кормление, одного кормления длительность времени 20 минут. То есть существует же молоко, первые трое суток это молозиво выделяется, да, там где-то за сутки 30 мл. Оно очень полезное для ребенка, там очень много и микроэлементов, и ферментов, и жиров, и белков. То есть оно огромную защитную функцию для ребенка выполняет. Потом вырабатывается молоко переднее и заднее. В переднем молоке больше там белков, да, а вот витаминов, а в заднее молоко идет состав больше жира. Поэтому очень важно, чтобы ребеночек получил и переднее, и заднее молоко. А как чередование груди? Две же молочные железы, как его кормить? Ну, вы прикладываете к одной груди, да, если вы видите, что ребенок наелся, но вы видите, что у вас остатки молока в груди есть, нужно эту грудь доцедить. А на следующее кормление придать следующую грудь. Ирина Анатольевна, тогда часто, проблем не будет. Часто девочки, вот молодые мамочки говорят, что у меня не хватает молока, вот им кажется, что не хватает молока, и они докармливают его. Значит, смотрите, это связано с тем, что, скорее всего, женщина себе внушила. Во-вторых, это связано с тем, что женщина уставшая. Она, возможно, где-то не доспала, потому что это все-таки тоже нагрузка на женщину. Да, у нее сразу много проблем появляется, домашние дела, ребенок, уход за ребенком. Для того, чтобы улучшить лактацию, да, за 30 минут до кормления ребенка она должна выпить теплое питье, то ли это чай, только не крепкий, да, или это стакан теплого молока, можно принять теплый душ, массаж спины, чтобы сделал муж, попросить, конечно, чтобы мужчины тоже активно участвовали в этих процессах, вот, и обычно восстанавливается эта лактация. Бывают такие пики, кризы, это связано с тем, что женщина уставшая. Это очень редко, когда у женщины проблемы там какие-то, может быть, гормональные, что у женщины нет молока. В основном это просто женщина должна себе внушить, да, и сделать все то, что оградит себя от тех проблем, которые вокруг у нее есть, забыть все неприятности и сконцентрироваться на ребенке и на себе. Насколько я поняла, что именно ребенок регулирует то, сколько будет вырабатываться у вас молока. Да. Маленький такой регулятор. Да. Да, да. Природа, центр вселенной. Природа ничего просто так очень... Да, совершенно правильно. Скажите, а питание какое должно быть у мамы? Женщина, конечно, когда она кормит ребеночка грудью, она должна исключить виноград, красные, да, ну, супы должны быть. То есть полезное питание, только чтобы раздражающих факторов не было. Там не было перца, потому что многие острых таких продуктов, чтобы женщина не употребляла, потому что это будет действовать раздражающе на кишечник ребенка. Спасибо. И следующий вопрос. Недостатки искусственного вскармливания. Недостатки искусственного вскармливания, я уже говорила об этом, но еще раз повторюсь. Это первое. Во-первых, самое главное, это нет того контакта мамы и ребенка. Да? То есть ребенок не получает той любви, удовольствие того, когда кормит женщина ребенка грудью. И второе, это, конечно, фактор риска искусственного вскармливания, это фактор риска возникновения инфекционных заболеваний, аллергических заболеваний, аллергии у ребенка, запоров и болезни желудочно-кишечного тракта, к сожалению. Фактор риска, эти детки становятся по сахарному диабету, ожирение, бронхиальных астм, то есть минусы, конечно, есть. Но плюс у женщины не защищают от нежелательной беременности. Ну, я думаю, что один из немаловажных факторов, который сейчас очень важен, это стоимость питания. Да. Потому что, ну, как мы все прекрасно понимаем, что такая манюсенькая баночка на неделю стоит там от 200 гривен, а ты же хочешь дать что-то самое лучшее своему ребенку. Есть, конечно, подешевле варианты, но если ты заботишься о своем ребенке, конечно, ты же выбираешь, совершенно каждую верно. Неделю такую сумму выкладывать, это тоже. Поэтому да. Я знаю, что некоторые мои подруги чисто вот
финансовый вопрос – это тоже очень важно и актуально. Да, совершенно верно. А какие факторы влияют на грудное вскармливание? На грудное вскармливание влияет фактор – это совместно первое, совместное пребывание ребенка. Да? Когда мама с ребенком, ребенок контролирует количество кормлений, это первое, да, и стимулирует и сокращение матки. То есть для женщины это лучше, когда ребенок вместе с ней. Второй фактор, который влияет на грудное вскармливание – это эмоциональный настрой женщины. Потому что это важно. Если женщина будет эмоционально расстроена, да, то, конечно, грудное вскармливание будет неуспешным, потому что будет блокироваться окситоциновый рефлекс, да, а вот пролактиновые рефлексы, и количество молока будет уменьшаться вследствие выделения адреналина в организме женщины, и, конечно, будет меньше молока у женщины. Поэтому мы рекомендуем, да, когда женщина приходит с проблемой, говорит, тут у меня мало молока, да, мне кажется, не хватает мне молока, мы рекомендуем, да, в первую очередь успокоиться, да, забыть о проблемах, которые есть. А вот сконцентрироваться на ребенке, принять теплый душ, за 30 минут выпить теплое питье, успокоиться, и обычно все это восстанавливается. Довериться природе. Да. Скажите, когда вот в обществе есть такое еще мнение, когда стоит бросать? Ну, как бы вот так вот, именно вот так и звучит, когда стоит бросать, отучать. Есть масса способов, там, начиная от того, что нужно отдать его бабушке, чтобы он там выорался, а потом забрать. Просто дома потерпеть, не поспать недельку, просто не давать. Или там таблетки какие-то принять, или что-то. Вот какой самый комфортный способ для мамы и для ребенка, в первую очередь, ну и для окружающих, для папы, для соседей? Для того, чтобы легче было отучить ребенка от грудного вскармливания, рекомендуют педиатры таким образом, да, но мы тоже к шер-гинекологу рекомендуем, во-первых, кормить, конечно, где-то до 2 лет, да, ну, плюс еще ребенок получает и другое питание, конечно, прикорм, но чтобы молочко мама кормила до 2 лет, это по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Если мама решила прекратить грудное вскармливание, значит, это лучше не в летний период, да, а это в осенний период или весной, да, а вот, то есть когда ранней весной, но не в летний период, потому что, чтобы легче ребенок адаптировался, да, ведь лето, жара, инфекции, поэтому где-то в осенний период. Ребенка от мамы, но лучше с папой отправить, допустим, к бабушке. Обязательно с тем человеком, с папой, да, потому что если они с мамой будут, то это, конечно, все равно ребенок будет настаивать. Допустим, на день, на два, для того, чтобы немножечко ребеночек, ну, отвлекся от этой проблемы, чтобы ему было легче. Но обязательно с присутствием с близкого человека, чтобы для ребенка не было стресса. Да? А для женщины рекомендуют, что сделать сидеть грудь и прием, конечно, таблеток медикаментозных, которые я не буду говорить по экрану, женщина идет в женскую консультацию, конечно, для того, чтобы доктор посмотрел, во-первых, ее после родов, да, он должен посмотреть, и когда ребеночка она прекращает кормить, тоже должен быть осмотр, гинеколог посмотрит молочные железы, напишет те препараты, которые можно принимать для того, чтобы уменьшить лактацию. В моем случае я просто сказала ребенку нет. Он посмотрел на меня, понял, что нет. Ну, значит, он очень сознательный. Вы с ними психологическую хорошую беседу провели. Да. Еще я читала такой вот факт, интересно, правда ли это, что ребенок уже вот после 2, ему больше не молоко нужно, а он таким образом получает какое-то внимание, вот тактильный контакт с мамой. Это то, что мы с вами говорили, да? Это эмоциональная поддержка, эмоциональный акт любви, то есть ребенок просто внимание ощущает, он чувствует, что он маме нужен, поэтому... И можно заменить вот это на что-нибудь другое, больше проводить с ним время, ну, куда уже больше, чем мама, конечно, проводит время, но как-то вот придумывать что-то еще. Игры вот, какие-то занимательные, игры. Отвлекать его внимание. Да, мамочки, все у вас обязательно получится. Главное – верить в себя, быть настойчивой и знать, чего ты хочешь. Скажите, много бабушки, скажем честно, бабушки всегда пытаются ребенку засунуть соску. Это у меня пройденный этап, потому что приехала ко мне мама, ребенок, у вас есть соска? А у нас нет соски. Вообще, в принципе, у нас ее нет. Она пошла, купила соску, начала ему запихивать соску, он ее выплевывает, она все равно вот, ну, соска она все равно не сложилась, но потом получается, что приучают,
а потом не могут отучить, то есть сами создают. Насколько вообще нужна такая штука, как соска, пустышка? Когда ребенок находится на грудном вскармливании, не рекомендуют, даже в родильных домах, не рекомендуют никаких бутылок с сосками, никаких сосок. Почему? Потому что детки, которые, они же очень хитрые, да, с самого рождения, умные, и они отказываются просто потом от груди. Потому что там нужно усилие прилагать. Конечно, там же работать нужно, а здесь соска, да, молоко течет себе, все. Поэтому в родильных домах там никаких сосок и бутылок нет. Там только грудное вскармливание, кормление грудью, поэтому с мамами проводят беседы и в женских консультациях, и в родильных домах о том, чтобы они не приучали детей. Это сосок. Нужно приходить с бабушками сразу же. Для никто не запрещал бабушек переводить на школу беременных, и это приветствуется, там будут объяснять, для чего это делается, какой вред соски, поэтому, пожалуйста, в каждой школе. А почему же раньше были? Почему раньше было? Да. Ну, понимаете, в каждом периоде свои какие-то взгляды обществ на какие-то вещи. Поэтому так было раньше. Сейчас общество развивается, да, проведены исследования были доказательные, рандомизированные. И поэтому медицина на такой уровень вышла. Ирина Анатольевна, а вот как вы, как врач, смотрите на использование такого препарата, как молокоотсос? Или вот продаются... не буду назвать фирму, такие накладки специальные на сосок, которые, если у мамы там трещина или еще что-то, вот современные такие достижения, технологии, которые помогают женщине. Сейчас очень много, сейчас очень много, да, но самое лучшее – это все-таки прилаживать ребенка к груди. И чем больше приложит женщина ребенка правильно к груди, и не надо будет пользоваться ни молокоотсосом, ни накладками никакими, ничего. Играет роль правильно прикладывание к груди. Все. Скажите, вы как врач-акушер, наверное, сталкивались с тем, что при родах часто присутствуют папы? Да, это прекрасно. Да, потому что, ну, например, в моем случае папа присутствовал от и до, и вот приложение к груди. Вот как вы рекомендуете, не рекомендуете, или это частный случай? Нет, это не частный случай. Сейчас партнерские роды, это в каждом родильном доме приветствуется 100%. Поэтому начиная еще наблюдение женщины в женской консультации, существуют школы беременных, там, где вместе занятия с папами. Для чего папа на род, да? Не для того, чтобы просто пришел посмотреть, чтобы он понял, что это такое, что поддержал женщину, да, что подал стакан водички, что погладил женщину по спине, да, на мячике поддержал, потому что сейчас в родах используются мячики, на которых женщина прыгает, и не так схватки не такие болезненные. То есть очень приветствуется врачами родзалов присутствие пап на родах. Да, тогда папа, кажется, немножко, мне кажется, поменялось вот отношение в социуме к родам. Обычно вот как в племенном каком-то обществе, вот женщина рожает ребенка, это вот чисто женская забота, я туда не вмешиваюсь. Сейчас папа вот становится такой частью процесса. Да, от участник, и до. Участник, да, и они очень хорошо помогают. И женщины так хорошо себя лучше ведут, они чувствуют поддержку, они не чувствуют себя брошенными. То есть это все-таки и влияет на положительный результат родов. Ирина Анатольевна, вот много еще споров в обществе идет о том, вот, долго иногда женщины кормят, там 3 года, 4, 5 лет. Это просто общение между мамой и ребенком или в молоке что-то есть полезное? Ну, потому что некоторые говорят, что молоко вообще не полезное уже, а кто-то говорит, нет, это защита иммунитета, то есть, ну, совершенно диаметрально противоположное мнение. Ну, оправданно, да, все-таки и уже доказано наукой, грудное вскармливание рекомендуют до 2 лет. После 2 лет уже отказ должен быть от грудного вскармливания. В 3, 4, 5 это уже получается, у ребенка формируется все-таки зависимость, поэтому не стоит делать. Ирина Анатольевна, время нашего эфира подходит к концу, все-таки хотелось бы подвести некоторые итоги по значению кормления грудью для матери и ребенка, чтобы наши телезрители все-таки узнали, еще раз повторить. Значение грудного вскармливания очень важно, потому что это первое формирует отношение матери с ребенком, эмоциональный контакт, такие детки лучше
в обществе себя чувствуют. Это влияет на их развитие, на IQ. Во-первых, защищает их от инфекций, от аллергических заболеваний. Так что, уважаемые дорогие будущие мамочки, вы, пожалуйста, приходите в женские консультации, посещайте школы беременных, где вам расскажут, как, для чего, что такое грудное вскармливание, для чего это грудное вскармливание, какие принципы грудного вскармливания. И у вас будет все прекрасно, вы будете кормить своих деток, и они будут здоровы. Угу. А всем хочется пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой. Всего самого доброго. Берегите себя и своих близких. Спасибо, Ирина Анатольевна. Это замечательно, что в нашей стране есть такие врачи, которые так спокойно, квалифицированно расскажут вам о проблеме, которая, в принципе, не является проблемой. Поэтому, дорогие женщины, конечно же, вы делаете выбор, какое вскармливание вы хотите дать своему ребенку, грудное или искусственное, но все-таки нужно взвесить все доводы за и против. Желаю вам только быть здоровыми, получать удовольствие и счастье от прекрасного материнства. Дякую за те, что сегодня були поруч з нами. На все добре.